вами сегодня собрались праздновать. И праздновать не просто события, а праздновать настоящий юбилей. И этот юбилей мы отмечаем в замечательном, красивом, роскошном новом зале. Дорогие гости, встречайте дебютантов 5-го благотворительного бала в Алматы. Встречайте! Они готовились к этому балу полгода. Глобальное зло напало на нашу страну, и наши деды и отцы стали на защиту нашего будущего, а наши матери выполняли всю тяжесть тыла. И без них, без наших отцов, дедов и матерей невозможно было бы сделать эту великую победу. Лишь только мир душевный слой.